Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про девайс от компании Univapa под названием Kipa Pod. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть логотип производителя и название самого устройства. На противоположной же стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем. Также справа от него располагается еще одна небольшая коробочка, в которой находится металлический ланьярд с силиконовым креплением, кабель USB Type-C для зарядки и еще один дополнительный картридж. Высокую трубку с небольшим диаметром и кнопкой, которая располагается в нижней части устройства, точно так же, как это есть и в мехмодах. В руках все ощущается довольно приятно. Производитель представил нам сразу 7 расцветок, от классических строгих до довольно приятных градиентов. В нижней части корпуса располагается кольцо, в котором есть небольшой вырез под логотип с названием Pod, в котором, в свою очередь, в центре буквы O располагается светодиод, который информирует пользователя о работе устройства и о заряде аккумулятора. На дне устройства располагается кнопка Fire, о которой я говорил немного ранее. Она выполняет сразу несколько функций. Первая, она включает и выключает устройство при помощи пятикратного нажатия. Три раза нажав на кнопку Fire, вы заблокируете устройство. Ну и, конечно же, напряжение на картридж может также подаваться при помощи затяжки. Внутри этого небольшого девайса спрятался аккумулятор на 520 мАч. И самое приятное, он будет заряжаться от 0 до 100% всего за 20 минут. Теперь поговорим немного про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи довольно мощных магнитов. Сам картридж неразборный, заправка осуществляется сбоку и вмещает в него 2 мл жидкости. Доступны картриджи с сопротивлением в 1 и 1,3 Ом. И, к сожалению, регулировки обдува тут не предусмотрено. К положительным сторонам данного картриджа можно отнести его конструктив с камерой для конденсата, благодаря которой он не должен плеваться жидкостью. Что же лично меня поразило в этом девайсе, так это его ТХ. Такого удара по горлу я давненько не чувствовал. Ну и, конечно же, он обладает просто шикарным вкусом и прекрасной передачей никотина. В конце ролика я хочу сказать, что вы получаете компактный и очень приятный девайс с классным вкусом, шикарным ТХ и довольно приятной сигаретной затяжкой. И, кстати, в данный девайс я рекомендую заправлять жидкости с содержанием глицерина не более 60%. И, конечно же, вы можете парить как солевой, так и обычный и даже нулевку. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.